общем, ребята, выехал старый, тентуюсь. Можно было бы, конечно, не тентовать, то туда-сюда растентовывать, затентовывать, но погода, я вижу, я, наверное, немножко подсглазил погоду. Начинают тучи собираться, поэтому лучше я перестрахуюсь, наверное, и затентую все-таки кузов. Так. За крючком все-таки придется идти. Сейчас надо будет проверить правое колесо на ведучке. Так как у меня есть некое подозрение, то что оно может быть пустоватое немного. Не совсем пустое, но не знаю, даже так на вид. Может, пятерка. Может, я так глянул. Не знаю, в общем. Сейчас дотентую машину. Проверю манометром. Гляну. Узнаю, как оно есть на самом деле. Крючок мой не попадает. Так. Цепляем спереди. Кузов затентован, нужно проверять колесо. Пустым оно и незаметно. Вроде как нормально. Не знаю, сейчас лучше проверить. Так, все, колесо проверил, все в норме. Мою руки, документы отправляю и на погрузку. Такая она романтика, большая груза. Водичка холодная, ах, хорошо. Так что думаете, ребята, если кто еще пока не вляпался, надо оно вам или нет. Ну что, мужики, заводимся и едем. Заводимся и едем на погрузку. Но опять мы сначала покушаем, а потом уже будем грузиться второй ходкой. Будем грузиться второй ходкой. Касательно ошибок по компьютеру, вот только один ABS, и все никак лампочку не поменяю на габарите. Надо лампочку на габарите поменять с правой стороны на тягаче, и все. А по ошибкам больше ничего нету. В этом плане порядок. Так что, друзья, едем на обед
и снова на погрузку. Как говорится, работа работой, а обед по расписанию тоже должен быть. Здесь мы уступаем, проскакиваем, не задерживаем движение, сзади нас там тоже едут. Все, мчим потихоньку на базу. Так, друзья, выезжаем снова на большую дорогу, как говорится, на Киевку. Сейчас для любителей немного приоткрою окно, чтобы было лучше слышно. Очень медленно едут. И просто молча проеду, чтобы передать немного атмосферности. Здесь вот уже такая погода.
небо в тучах, асфальт мокрый, видно, или дождь пролил, или снег прошел. В общем, что-то было. Я только погоду нахваливал, как выезжал. Вот, ребята, работа кипит на мосту. Вчера заливали здесь бетон, приезжала бетономешалка. Короче, заливали они очень много бетона для того, чтобы перекрытие поставить, положить, точнее, правильно будет сказать, положить. Фух. Ну, а мне осталось еще немного проехать. Будет вкусный обед. Кстати, повар у нас вот такая вот. Готовит очень вкусно. Поэтому прямо с желанием едешь на обед. Это еще, кстати, один из плюсов нынешней работы. То, что предоставляется питание. Так как, сами понимаете, все мы люди, все мы кушаем. И хочется нам покушать 3 раза в день. Поэтому... И деньги дополнительные тратим мы, чтобы покушать. Так что это еще плюс в копилку. Ну что, друзья, о чем я и говорил. Валит просто капитальный снег. Это просто, блин, жесть. Сколько можно? У меня такое чувство, он в мае будет идти. Снег этот. Снова не даст нам загрузиться сразу. Придется стоять, пережидать. Да. Ну что, друзья. Пообедали мы, перекусили, приехали на погрузку. Рабочку я уже одел. Сейчас беру перчатки и буду растентовываться. Погодка у нас вот такая. Немножко чистого неба. Немножко туч. В общем, все в перемешку. Только снег шел. Сейчас снова вот такое вот небо. В общем, сейчас, наверное, на всякий случай приподниму кузов. Пускай стечет вода, которая там есть, прежде чем растентовывать. Так, ребят, растентовываемся. Да, прохладновато, конечно. Прохладновато. Но ночью сегодня было минус 5, минус 6. Поэтому... Ну и будет прохладновато. Так, это все мы убираем. И раскрываемся.
все. Подъезжаем на погрузку. Блин, ребят, сейчас чуть не застрял. Еле-еле проехал. Погрязи, пустой, буксует. Сейчас покажу. Рывками, короче, ехал. Рывками ехал. Вот здесь канавку эту. В канавку в эту попал и все. Блин. На следующую погрузку надо будет брать туда правее. Там проезжать. Все, гружусь, ребята. Ну что, друзья, только мы загрузились, и снова погода разладилась. Начинает срываться дождь. Ой, она вообще что-то вытворяет немыслимое. Погода это. Там небо чистое, там тучи и меняются так по кругу. Ладно, еду, ребята. Еду на вторую выгрузку. Ребят, вот приехал я уже на вторую разгрузку. Сейчас растентуюсь быстренько, несу документы, веса, выгрузка и обратно. Ребята, снова порт заклинил.
Поднимаю. Часто, но подклинивает его. Так. Короче, ребят, пока камера до конца не села, я сейчас на шиномонтаже нахожусь, в Кролевце. Все-таки у меня с колесом была проблема, только с внутренним. А я поспешил и не доглядел, а ему жопа. Новое колесо. Поставил запаску. Запаска была только на рулевое, по размеру подходит, но... В общем... Такие дела. Так не расстройся. Просто реально сам протупил, сам не досмотрел. Глянул на внешнее, а на внутреннее не посмотрел. Вот тебе и все. Бывает и такое. Ездил, ездил, видел, видел. Вроде бы и уже балбес битый, как говорится. А все равно не досмотрел. Но я полностью свою вину признаю. Я считаю, любой нормальный мужик, если он мужик, должен свои ошибки признавать и за свои ошибки платить. Так что, друзья, вот такая вот хренотень со мной приключилась. По-другому не скажешь. Но сам виноват. Сам виноват, сам не доглядел, не досмотрел. Не доглядел, не досмотрел, поспешил. Вот сам уже сколько раз себе повторял. Не надо спешить, не надо торопиться. Не надо... Спешка ни к чему хорошему не приводит. Но вот, пожалуйста, вам эффект налицо. Может, кто-то из начинающих на моем таком горьком опыте отучится от спешки. Я как бы сам на свои же правила, которые не нарушаю обычно, и наткнулся. Колпак положил, он лежит у меня в кабине, даже не надевал на диск. В общем, получается, ребята, сам прощелкал, профукал тот момент, когда можно было спасти колесо. В итоге его немного пожевало. И, короче, восстановлению оно не подлежит. Просто я положил его в корзину. Оно визуально целое, но мы его начали накачивать на шиномонтаже. Кстати, Виталику... Познакомился с шиномонтажником, парнем, который работает на шиномонтаже. Хороший парень, нормальный. Если вдруг, Виталик, будешь смотреть видео, большой тебе привет и огромное спасибо за помощь. Парень по-человечески отнесся к ситуации, к моей. Вот. В общем, сейчас еду, там уже начальство узнает, есть ли в наличии такие колеса, чтобы взять поближе, поставить на замену. Ну, я
опять-таки, в очередной раз говорю, друзья, я свою вину полностью признаю и как бы даже не собираюсь там как-то выкручиваться. Как есть, так есть. Вот к таким моментам морально вы тоже, друзья, должны быть готовы. Где-то вы что-то можете упустить, где-то что-то не досмотреть. Потом получится вот похожая ситуация. Бывают люди там из-за какой-то невнимательности более какие-то серьезные ошибки совершают, но не знаю. Колесо, получается, прокололось. И прокололось оно, когда я был груженным, и нагруженным я его немножко притоптал. Вот. И сижу и сам себя удивляюсь и смеюсь одновременно. Уже, казалось бы, и ездил, и видел, и знаешь. И все равно с любым даже максимально опытным, предельно опытным водителем, дальнобойщиком с большим опытом, там, стажем, случаются вот такие вот подобные ситуации. Ничего не сделаешь, друзья. Издержки профессии. Большая ответственность, очень много внимания надо уделять многим аспектам, моментам. Ну вот, собственно, где-то что-то можно не досмотреть. Ладно. Посмотрим, как ситуация эта разрешится. Решат ли руководители то, что это полностью моя вина и мне надо возмещать в полном объеме ущерб, или как-то будем делить это все. Ну, посмотрим. Но я готов к самому худшему. Морально к этому готов. Но чисто в материальном плане, друзья, еще не успел ничего заработать, уже попал на бабки. Ну, ничего, бывает. Пускай это будет самая большая потеря в моей жизни, как говорится. Самое главное, все живы, целы, здоровы. И для меня это более важно. Не знаю, как для вас. Так что, хейтеры, можете активизироваться. Можете в комментариях там пошалить, как вы любите это делать. Хотя при этом, возможно, у вас ситуации и похуже бывали. Но я вот сколько работаю на крупнотоннажных машинах, езжу, на свои ездил, на чужих. Но, блин, вот это такой вот косяк у меня. Именно мой косяк, это впервые за 8 лет. Ладно, друзья, буду ехать дальше. Уже возвращаюсь на базу, сегодня никаких погрузок, ничего уже не будет. Все. Сегодня отдых, а завтра будет завтра. День не задался, мягко говоря. Ладно, ребят, не забывайте про активность, пишите свои комментарии под видео, ставьте палец вверх или дизлайк, это уже как вашей душе угодно. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.